Здравствуйте, это КФХ Герифорд. Сегодня у нас знаменательное событие. Конечно, каждый теленок – это радость. А вот эта телочка родилась, это телочка от искусственного осеменения. Это первая осемененная Дашей нашей корова. И она отелилась сейчас. Это корова от нашего хозяйства, то есть это, ну, наша как бы коровка. У нас родилась, у нас телится уже второй раз. И сейчас вот у нее телочка от искусственного осеменения. Корова, как видите, рогатая. Но она не обижала никаких коров пока. Посмотрим, как будет дальше. И вот после отела, скорее всего, мы ей рога все-таки обрежем. Вот. Но она агрессию не проявляла, но она была тогда первотелка. Сейчас неизвестно, как она все-таки второй отел. Вот. Телочка пытается встать. Ну, мы тут соломки свежие постелили. Сейчас середина дня. Наверное, если она сама сможет пососать до конца дня, то так, так и будет. А если нет, то уже на вечерней дойке подоим и дадим уже Молозиво маленькому теленку. Вот так. Вот такая телочка от искусственного осеменения. Я не знаю, Даша знает, какое семя, ну, какой бык был, ну, из Подольска, Подольского центра. На улице около 0 градусов, поэтому не холодно. Ну, ее протерли полотенечком. Сейчас пытается вставать уже. Ну все, давай, облизывай свою доченьку, давай. Всего всем доброго, хороших всем отелов, хороших надоев, веселого настроения и энтузиазма. До свидания.